На территории Краснодарского края 1 июня стартовала общероссийская кампания «Гражданин и полиция». Ее основная цель – формирование объективной оценки о деятельности органов внутренних дел. На этой неделе к акции присоединился и Славянский район. Общероссийская кампания «Гражданин и полиция» проходит уже в четвертый раз. Основная задача акции – мониторинг исполнения закона о полиции, оценка открытости и доступности тех подразделений органов внутренних дел, которые непосредственно общаются с гражданами и оказывают те или иные услуги населению, практическая реализация принципа открытости обществу системы МВД России, повышение уровня доверия граждан к полиции. В Славянском районе акция «Гражданин и полиция» проходит при участии членов общественного совета при отделе МВД. Народные ревизоры знакомятся с работой участковых, сотрудников дорожно-патрульной службы, спрашивают мнение водителей и пешеходов о работе сотрудников полиции. Как вы можете оценить работу полиции? Какие-то изменения, может быть, произошли? У нас сейчас зачастилось много приезжих здесь у нас, беженцев всего, соответственно, нужно это все вовремя, чтобы не совершались преступления, нужно за всем за этим следить. И дорожно-транспортная наша полиция все это собирает вовремя и, соответственно, не допускает, чтобы у нас в нашем городе зло какое-то присутствовало. По мнению организаторов, эта акция способствует развитию диалога между полицией и обществом, повышает открытость работы сотрудников органов внутренних дел. Мнение всех пешеходов, участников дорожного движения совпало в том, что доверие к полиции за последнее время выросло, коррупция уменьшилась, на дорогах действительно стало безопасней. Но вот пожелания, которые высказывали граждане, это то, чтобы общение полиции и граждан становилось больше. Именно для этого и существует общественный совет, для того, чтобы вопросы через членов общественного совета можно было задавать напрямую руководству и отдела, и службе ГИБДД. Акция продлится до 31 августа. За это время будет проверена работа всех структурных подразделений отдела МВД России по Славянскому району. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».